Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте попробуем поиграть сегодня в игрушку под названием «Сообщество». Если в двух словах, то у нашей главной героини умирает отец, за долги у нее забирают дом, и она переезжает, получается, вот на этот завод, где раньше отец у нее работал. Она думала, что здесь никого, но тут оказались люди, мы с ними познакомились, пообщались немножко. Это у нас, получается, торговец, это у нас блондинка, ну, вы сами видите, да? И еще есть пару человек. Я выполнил пару маленьких заданий. Это построил грядки, поставил себе палатку. И сейчас нужно будет, если зайти, нажать на Tab. По заданиям нужно будет сделать двигатели и расчистить обломки. И тогда мы сможем дальше выполнять задачи. Так, давай пока мы все это уберем. Это мне не нужно. Вступление было долгим. Я общался с каждым из них. Ничего, в принципе, интересного не было, так что решил этот момент вырезать и начать именно с этого. Так что давайте, давайте будем с вами расчищать, строить и заниматься делами. Да, у нас здесь, получается, лежит еда. Нужно будет сюда пополнять постоянно, чтобы они все нямали. И тут есть такая штука, когда вы заходите вот в простой верстак, и будет вот, видите, замочек? Открыть его не получится, потому что вы не изучили. Здесь есть, где оно тут, исследование. Вот видите, машиностроение. Если вы нажмете один раз, с этого ничего не получится. Вам понадобится вот такой вот отцовские книги. То есть, к примеру, не знаю, вы там выбрали, давайте посмотрим, уборка, да? 6 часов мы уже изучили. Исследование. Вот нажимаешь на исследование, садишься, и 9 часов игрового времени она будет читать. Можно, конечно, на пробел это все ускорить, но чем больше она изучает, тем, получается, больше проходит времени, и она устает. Ну, наш главный персонаж. Так, что у нас здесь? Картоха, картоха, картоха. Она еще пока мисс растет. Потом покажу, как делаются грядки. Не знаю, может, картоху сюда потом перенесем. А по идее, возможно, мы сможем сделать автоматически это все полив. Не знаем, как это будет. Но это самое-самое начало. Я же говорю, я сделал пару грядок, сделал один стул, продал торговцу. И решил начать запись. Так, все, мы поубирали. Давай это мы все в инвентарь уберем. Да, если нажать на Tab и нажать на коммуну, вот видите, у нас есть человечек, то мы можем назначить ему работу. Вот у нас он на ферме может работать, поливать, может убирать, может делать товары, какие вам нужно будет. Но с этим мы тоже будем разбираться, пока я еще сам не совсем понял, что тут и как. Так, сейчас нужно будет поубирать, сделать два двигателя. И дальше у нас там будет тоже задание. Ну, я так понимаю, будет даваться. Отлично, давай мы это тоже расчистим. Вот по поводу еды, я не знаю, хватит ли им только картохи одной. Или мы сможем закупать у торговца нашу еду. Так, отлично, мы здесь с вами расчистили все. Сейчас мы это все заберем. У нас теперь, смотрите, какое место красивое. Плюс еще здесь мы сможем с вами расчистить, только я не знаю, каким образом это сделать. Уф, как я устала. Вижу, так просто ты не сдаешься. Мне все равно делать нечего. Может, еще чем-то полезным заняться? Возможно, я тебя недооценивала. А почему ты приехала именно сюда? Из-за ностальгии, наверное. В детстве я часто здесь бывала с родителями, а сейчас решила найти место, где они работали. Ну, знаешь, где находится административное крыло? Административное крыло? Не знаю. Но будь аккуратнее, когда тут гуляешь. Люди оказываются здесь по самым разным причинам, и не все они дружелюбные. Здесь еще есть люди. Они приходят и уходят. Я видела кого-то на той стороне. Провалом. Понятно, спасибо за свет. Могу я тебе чем-нибудь помочь? Мы тут хотели сделать уговальный станок. Теперь, когда здесь есть место, можно расширить нашу мастерскую. Хочешь нам помочь? Думаю, сначала нужно
Смастерить верстак, да? Угу. Делай все, что считаешь нужным. Хорошо. У нас с вами появился новый чертеж. Я так понимаю, либо нет. Сейчас мы посмотрим. По заданиям установите фуговальный станок. А где он у нас находится? Я так извиняюсь. Ага, теперь ты залип, да? Завис. Станок. Если честно, я даже не знаю, где этот станок нам с вами взять. Магазин. Есть ли у тебя станок? Так, неорганические отходы. Новый компьютер. Антенна, старый компьютер. А станка у тебя нету, да? Ладно, мы станком с вами займемся чуть позже. Мне нужно еще будет по заданию сделать... Где она тут? 3 двигателя оставить в хранилище. Так что давай мы сделаем так. Раз. Два. Ага, провода, шестеренки. Давай сделаем шестеренки. Так, это мы с тобой забираем. Нужно будет еще одну штуку. Так, вот шестеренки сделали. А провода... Угу, необходимая проволока. Это вот она, да? Бедная проволока. Вот, да. Шикарно. Давай создадим. Вот сюда и... Есть, хорошо. Сейчас нужно будет отнести вот этот ящик, но тут еще есть, смотрите. Если сюда подойти, мы здесь можем починить двигатель один. Возможно, мне нужно будет сейчас еще один сделать. Так, а можно ли мне пройти, пожалуйста? Давай сейчас сюда все уберем. 3 двигателя есть. Задание выполнено. Давайте попробуем починить вот эту вот штуку. Не знаю, может они... Так, личные двигатели у тебя получились. Ты явно много почерпнула от отца. Я могу над ними еще поработать. Думаю, это достаточно. Ты их продай и купи на вручную еду. Ее нам всегда не хватает. Если народ будет голодать, все просто разойдутся. Я, может, все-таки попробуешь починить большой экран? Это серьезная просьба. Боюсь, не справлюсь. Не обязательно чинить все. Просто посмотри, что там с панелью управления. Кажется, что-то с проводкой. Угу. Ну, это то, что я и говорил. Так, хорошо, давай пропустим. Ладно, если не получится починить, значит, не получится. Вот сюда нужно будет подойти и починить вот этот кран. Угу. Может, тогда продадим 2 движка, купим еды и один оставим себе, как думаешь? Давай заберем. Так. Здорово. Магазин. Продать. А я могу как-то разделять их? Нет, не могу. Ладно, давай продадим 3. Что-то купить. Еда. Есть ли у тебя еда? Еды у тебя нету, да? Еды я тебя вижу, у тебя нету. Это что такое? Глина? Глина нам пока мезь не нужна. Бревна, проволоки. Хорошо, еды нету, но еда у нас, все смотри, лежит в погребе. О, 39, 25 картохи. Плюс еще картоха все будет сейчас расти. Так, небольшая грядка. Ну, вроде еще пока мезь растет. Я хочу понять... Так, установи, чтобы сделать панели, а где мне его, я таки извиняюсь, найти, ты кто? Столярный верстак, может это и есть, как думаете? Хотя не похоже. И у нас в инвентаре его тоже нету, да, я смотрю, угу. Я же вроде ничего не упускаем. Ладно, давай сделаем еще один движок. Ага, нету сил, да? Нужно по спадким. Да. Нашим персонажам нужно ложиться иногда баньки. Давай мы это пропустим с тобой.
Ну, ложись, Бенники, хватит сидеть. Так, шикарно, доход 150. По идее, сейчас картошка должна будет вырасти. Так. О, да, собрали картоху. Сейчас нужно будет посадить новую картоху. Только давайте наберем сначала водички. Блин, она опять тут зависает. Так, заполнить. Сейчас, секундочку, ребят. Секунду. И продолжим. Все, пошлите. По-моему, мы с вами сделали, да, один движок? Нет, мы движок не сделали, потому что мы были устали. Хорошо, давайте сажать картоху. Можно, конечно, назначить людей, но я предлагаю пока самим это все, все делать. Есть, отлично. Давай идем сюда. Есть, отлично. Идем посмотрим, что там еще нужно будет. Так, заходим, нажимаем на шестеренку. Перетаскиваемся на движок. Есть. Что нужно будет? Ага, микроконтроллер и провода. У нас этого нету, нужно будет сейчас сделать. Микроконтроллеры, провода, микроконтроллер. Провода, давай провода сделаем. Наверное, штучек 20 сделаем, да? Микроконтроллер еще не хватает. Хорошо, а у тебя есть микроконтроллер? Скажи, пожалуйста. Не вижу, да? Вы тоже вроде не видите. Либо есть. Так, алюминий нет. Угу, хорошо. Что мне нужно тогда? Так, предохранитель. Что такое предохранитель? Могу ли я его тут сделать? Так, микроконтроллер. Резистор. Короче, предохранитель, резистор, конденсатор. Предохранитель, резистор, компенсатор, да? Инструменты. А у меня такого нету, к сожалению. Блок, сварочный аппарат. И где мне их искать? Я такие, извиняюсь, где мне их искать? Конденсатор. А как конденсаторы вообще выглядят? А, вот они, да, у меня здесь конденсатор. А вот предохранитель, все, и резистор. Резистор, сварочное оборудование. Давай эту штуку добавим. А вот резисторы. Не, ребят, все есть. Все, есть, отлично. Тогда чпуньк, одну штучку, забираем провода. Я просто не заметил, что они у меня в инвентаре были. Хорошо, давай понайдем. Где ты? Вот ты здесь, отлично, теперь давай провода. Еще один провод. Есть, задание выполнено. Угу. Ля, то есть мы можем двигать, да, с тобой это все? Так, у тебя все получилось. Ну, конечно. Я же говорил, что разбираюсь в электрике. Чудесно. Знаешь, с тобой тут все как-то быстро оживилось, да? Покраснело от смущения. Так, правда, мы годами не могли сдвинуться с мертвой точки. Слушай, я уже говорила, у меня тут родители когда-то работала. Я думала обойти завод, посмотреть, может, здесь что-нибудь осталось из их вещей. У меня сохранилось такое воспоминание об этом месте. А тогда тебе надо прийти как-то через провал. Обойти его невозможно. Мы уже пытались. Говорят, завод огроменный наверняка. И на той стороне найдется что-нибудь полезное. Построить мост.
Думаю, с краном все должно получиться. Угу. Только понадобится много древесины. Я тебе помогу. Построим мост вместе. Осмотрим завод. Отлично. Это мы что получили? Или он просто забрал у нас еду? Возможно, забрал еду. Так, а давайте, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас с вами посмотрим эту сторону провала. Где мы будем с вами мост строить? Наверное, вот тут, да? А ну, сейчас, секундочку. Так, пресетики провал с помощью крана и моста. Давай вниз сюда спустимся. Но здесь ничего нету. Я так понимаю, нужно будет здесь, да, убрать вот эти вот блоки и сюда, наверное, мост построить. Но давайте сначала разберемся со вторым заданием. Может, оно у нас здесь находится в исследовании. Давай смотреть. Так, уход за растениями, культура. Готовка для чайников. Угу, это не то, это уборка. Так, машиностроение. Вот это вот, да? Правильно я понимаю? Давай посмотрим, давай изучим. Фуговальный станок, это ж оно и есть. А ну давай смотреть. Появился ли он здесь у нас? Нет, не появился. Может, где-то в инвентаре? Да, говори. Чем тебе нужна помощь? С этим станком мне нужна помощь. Фугальным. Магазин. Может, ты мне его продашь? Как думаешь? Не хочешь, да? Хорошо, тогда каким образом? Делать панели. Ну, вроде у меня его здесь нету, но вы сами видите. Так, сортировать. Вот, сортировка, отлично. Станка не вижу. Здесь у меня семена. Здесь у меня водичка. Блин, может... Научиться делать сложные машины. Может, это оно? Давай попробуем изучить. Может, из-за этого я и не могу, потому что не могу строить сложные... Ага, без падки хочу. Хорошо, давай ляжем, поспим. И попробуем на следующий день тогда уже сделать это все. Так, вроде еда у них еще есть. Как раз скоро картошка вырастет. Так, коммуна плюс один. Ага, к нам кто-то еще прибыл, да? Отлично, у нас с вами 150 баксов. Так, что тут полить нужно? Отлично, давай польем. Все, отлично. Давай изучать дальше. Конечно, это 8 часов времени занимает, но что поделаешь. Просто как мне построить этот станок? Честно, я так и не понял. Так, исследование завершено. Давай смотреть. Нет, не туда. Чертежи, создание. Может, нужно как-то... Может, нужно как-то тут посмотреть. Что это такое? Так, верстак для работы с металлом. Состояние 100%, энергия 1. Непонятно. Честно, непонятно. И даже не пишут, что здесь нужно делать. Текущее задание. Давай нажмем H. Может, тут что-то будет. Так, это загрузка, фермерство, ага. М-м,
Значит, я чего-то не понимаю, да? Ну, по идее, мы тут должны будем установить этот с вами станочек. Только где он находится? Где он находится? Может, он реально на другой стороне? Как думаете? Блин, вон еще люди какие-то. Слышь? Контракты, блошиный рынок. Блошиный рынок? Нет, вроде... Контакты, покупка фургона, это не то. Мне нужен... Ага, спусти, пожалуйста. Мне нужен станочек, либо нужны чертежи. У нас есть кроватка за сотку. Нет, мне это не подходит. Я реально что-то упускаю, наверное, ребят. Цемент, гравий. Ладно, давай тогда попробуем пока мисс это все отложить и заняться вот этой вот штукой. Как думаете? Ты ж поможешь мне как-то с мостом, либо нет? Чем я тебе могу помочь? Построить мост? С помощью этого крана? Так, давай. Опустить. Это, понимаю, сейчас мы вот эти вот бетонные блоки, да, должны будем с вами брать куда-то. Опять же, по логике этой игры, то вроде должны будем сюда, да? Опустить. А точнее, убрать. Ну, почему оно не хочет цеплять его? Так. Что я не так делаю? Как думаете? Так, обломки. Угу. Давай посмотрим. Так, на другой стороне завода может найти что-то интересное, но добраться сюда можно только пройдя через провал. Но... Ну. Через провал. Но я ж не могу сюда залезть, правильно? Ж никаким образом. Либо могу, либо мне нужно... Что такое? А, наша героиня устала, она хочет басечки. А ты все здесь, да? Делаешь вид, что ты занята, понял? Так, меня одолевает усталость. Это хорошо, но как мне перебраться на ту сторону, кто мне скажет? Кран-то я опустил. Ну, толку от этого никакого. Еще этот гребаный станок, как его сделать? Нужно будет сейчас с вами разбираться, что у меня тут... Ага, картошка есть, хорошо. Давай мы с тобой сделаем еще. И водичка. Все, отлично. И ясненько. Помощница, да, наша? Так, картоха, картоха. Ага, вот вам еще 75 картохи. Нямайте. Блин, может, нужно кухню им поставить, как думаете? Так, исследование, исследование. Кухня, кухня, кухня. Вот это вот готовка для чайников. Давай исследуем. Посмотрим. У нас должны быть... Реально должны быть чертежи с вами. Почему они не появляются? Столярский верст. Так, где это все? Я вот это вот понять не могу. Почему у нас ничего не появляется? Мы же с вами же изучили, правильно? Правильно, вот. Но это мясо, это не то, это уборка. Так,
Исследования проводятся быстрее. Основа ремесла повышает скорость производства. Ну нет, мне это не нужно. Может, снизу что-то я упускаю? Не, все закрыто пока, мисс. Вы сами видите. Единственное, что я могу прокачать, это древесину. Блин, может, назначить куда-то кого-то нужно? Чтобы они сами этим занимались. Но других вариантов нету. Только убирать вот эти вот завалы и делать мост вот сюда. И правильно? Здесь же мы мост никак не построим. Потому что, во-первых, здесь железо. Во-вторых, здесь больше ничего нету. И подсказки никакой нету тоже. Хорошо, ну давай попробуем. Давай попробуем подвигать, не знаю, может, я реально что-то упускаю. Может, реально нужно ниже это все сделать? Не, ниже не опускается, вы сами видите. Ну, падай. Не, это так не работает. Это так не работает, ребят. Ну, сейчас попробуем еще немножко побаловаться с этим краном подъемным. Давай поднимем, чтобы никого не зашибить. Но навряд ли, да? Вот. Вот сюда нужно. Так, остановился, хорошо. Здесь я явно сюда никак не наберусь. Правильно я понимаю? Так, что это было? Я что-то... куда-то кого-то нажал. Так, я могу с тобой взаимодействовать? Нет? Тоже нет. Давай наверх поднимемся. Мало ли, я честно без понятия. Не, я сюда никак не допрыгну. Никаким образом. Да еб ты. Давай пройдем вперед. Здесь тоже пусто. Дальше она не двигается. Что от нас хотят? Кто мне скажет, что от нас хотят? Поднять, опустить. Может, нужно прямо аж на ту сторону подвинуть, как думаете, прям до конечной? И может, они должны нам, те люди, что-то сюда повесить? И хер его знает, честно. Подсказки вообще никакой нету, но вы сами видите. Давай до конечной. Попробуем. И тоже он говорит, я тебе помогу построить мост. И что? Помог? Помог, проверяй. Угу. То есть это все, да? Это... ну, там больше ничего не двигается никуда. Алло, ребят. Где стала библиотека? Мы не были могли бы сюда подойти. Окей, с кем я могу поговорить? Чем-нибудь помочь? Да, так, ты. Нет, не ты. Обращайся, если нужна помощь. Тебе что-нибудь нужно? Да, понять, как это все работает. Так, магазин. Ну, тут вообще ничего нету. Инструменты, компьютер, кирпичи.
Станочек. Дайте мне мой станочек, пожалуйста. Может, мне нужно как-то его создать самому? Как думаете? Так, работа. Подобрать. Состояние, доверие. График. Добавить задание. Building. Изучение. Не. И что? Ты будешь работать теперь? Все? Ты теперь будешь заниматься строительством, а ну? Ну не тупи. Построй мне мост, пожалуйста. Ясненько. Давай еще смотреть, я не знаю. Давай еще смотреть. Нет, нет. Созданное, найдено, созданное. Так, перейдите сюда чертеж для просмотра. А у нас нету чертежа, да? Ну, есть, конечно, вот эти вот. Ну, они уже у нас вроде бы. Так, ну это стул. Угу, то есть как он строится, да? Ясненько, но мне не это нужно, мне нужно понять. Мне нужно понять, как мне построить станок. Это мне пока мест не нужно. Не знаю, ребят, честно, без понятия, что мне тут нужно делать. Уход за растениями. Черви, 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 блядь. Я не знаю, давай попробуем изучить. Давай еще попробуем изучить. Ага, нету сил ложиться спать, хорошо. Вы видите, они даже не подходят ко мне, чтобы типа сказать: Арчи, не тупи, давай соберем, к примеру, там 200 тысяч древесины и начнем заниматься строительством моста. Конец восьмого дня. Угу, собрать мы еще не можем, потому что тебе нужна водичка. Ладно, пойдем наберем водички. Боже, как же ты задолбала в одном месте вот это вот стоять. Нет, чтобы помочь, я не знаю. Заняться чем-то полезным делом. Понял, давай вот так. Есть, отлично. Что тут по поводу еды у нас? 75-22, ну нормально. Пусть едят сырую картоху. Зря я ее выращиваю. Может, тут на заводе что-то я пускаю? Нет. Но я реально здесь все уже обыскал. Все, что мог, я обыскал. Заправить, заправить. Вот так вот. Есть. Отлично. Здесь у нас куча дерева. Давай дерево заберем. Брусок, брусок, дерево. Может, нам понадобится, как думаете, Диану? Вот это вот детали. Давай изучим. Может, из этого мы будем мост с вами делать? Так, хорошо. Тяжелая древесина. Мне нужен чертеж. Ну, то есть без чертежа я никак это не сделаю. А где брать конкретно чертеж? Давайте поспим. Я пока без понятия. Так что, если кто-то знает, то можете мне в комментарии написать. Где мне брать эти гребаные чертежи? Игрушка вроде неплохая, интересная. Ну, где мне брать чертежи? Вот это вот меня интересует. Так. Отлично, отлично, отлично.
Где еще картоха? Вот картоха. Нужно будет потом картохи как-то закупить еще, да? И полить. Здесь отлично. Давай закончим изучение. Исследование закончено. Отлично. Давай смотреть, что мы можем здесь. Верстак. Здесь у нас слесарный верстак. Можем сделать? Можем. Давай билд. Ага, инструменты по металлу. Тиски, 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 тиски. Инструменты по металлу есть. Вроде у нас были тиски. Либо не были. Доска 2. Давай вот так вот. Так, а где наша доска делась? Я так и не понял. Доска, вот доска. Хорошо, давай уберем. Доску добавим и нужны тиски. Есть тиски? Тиски 300. Ага, сильно много. А я, правда, ничего не могу, да, тебе? Дерево мне надо. Лопата тоже. Металл, у меня металла больше нету. Гравий. Блин, за сколько ты мне возьмешь гравий? Продать. Давай купим тиски. Есть, отлично. Не знаю, возможно, я делаю что-то не так. Все, создать. Стой, я же правильно создаю, да? Но если это не то, что мне нужно будет... Я реально бомбану, блять. Так. Может, тут его поставим? Или вы будете застревать в нем? Давай посмотрим, исследовать. Во, ребят, смотри. Шикарно. А если тут еще станочек какой-то? Что это? Столярный верстак. Столярное дело, нет, не туда. Где наше столярное дело? Изучить, изучить, изучить. Так, производство, это не то. Так, научись склеивать куски дерева друг с другом, чтобы создавать большие объекты. Угу, непонятно, ладно. Давай отсюда все заберем. Давай отсюда все заберем, да? Вот таким вот образом. И посмотрим наш станочек. Так, металлические детали, да? Или нужно вот такие вот? Что нужно? Ага, металлические пластины. Пластины нужны 50 штучек, а у меня только 11. Я могу тут делать пластины? Нет, не могу. 11 есть, хорошо. Металлические пластины. Да, это не быстро. Но зато мы с вами нашли, как это все делается. Это уже не может не радовать, правильно? Так, я не помню, сколько там было. Давай вот так. Давай сюда, хорошо. Сварочное оборудование у меня есть. Провода... Провода тоже есть. Ага, мне нужно 20 проводов. Хорошо. Как мне сделать провода? Что мне нужно? Проволока. Где наша проволока? Вот наша проволока. Давай создадим провода. Шикарно. Так, провода, провода, провода. Вот сюда. И шестереночки. 20 штучек. Это вот такие вот, да? Угу, одна есть. Хорошо, давай делать. Ой, ептую. Ладно, пусть провода будет тоже. Да что такое?
Во. Есть. Отличненько. Давай вот сюда. Все, все есть же, правильно? Можем создать. Что мы создаем? Мы создаем вот тебя. Давай создать. И, наверное, установим ее там, где мы с вами расчистили себе место. Хорошо, наконец-то. Еб твой, какой ты здоровый. Ага, давай, наверное, тебя установим вот... Как-то вот так вот. Что мы можем тут делать? Панель. Есть, задание мы выполнили, правильно? Давай сейчас поговорим, с кем поговорить, кто мне просил станочек сделать. Ты мне просил станочек сделать. Обращайся, если нужна будет помощь. Так, какой же этот станок сложный? Пришлось прочитать пару книг, чтобы разобраться, и не говорим. Так, впечатляет. Так для чего он тебе? Но с этим станком мы сможем изготовить деревянные доски, из них полы и стены для комнат. Прикольно, понятно. Из них, наверное, и мост можно сделать. Мост, чтобы перебраться через провал. Наверное. Ага, поговори с Алкотом. Он в этом больше разбирается. Хорошо, а пока, как думаешь, сможешь сделать модульный деревянный настил для пола? С ним не придется страдать от влажности. Нужно 4 настила для пола. Я попробую. Так. Разумеется, без тебя бы у нас станка этого не было. Вот у нас вот этот... Алкот? Либо Алкот? Да, что такое? Мы тут с Эшли думали построить мост, чтобы перебраться через провал. Она сказала обратиться к вам. Да, я тоже как-то думал про мост, но без фуговального станка можно было забыть. А станок у нас уже есть, я сама собрала. Ничего себе, это, конечно, очень кстати. У меня есть пара идей. Я уже измерил ширину провала. Самый узкий мост должен стоять из нескольких секций. Угу, понимаю. Вот тебе чертеж. Двух перил сначала замесить, а потом уже соберешь самую секцию. Как справишься, возвращайся. Хорошо, отлично. Блять, может убрать? Тут, потому что они реально меня тут мозги вынесут все. Своими вот этими вот походами. Давай, наверное, его перенесем вот сюда. Я не знаю, где настил нужно будет сделать. И куда конкретно его нужно будет сделать, этот настил? Давай станочек мы сюда поставим, да? Правильно, мы же сможем с этой стороны подойти? Сможем. Все, шикарно. Что мне нужно? Что мне нужно? Что мне нужно? Сделать 4 настила для пола. Дай посмотреть. Вот это вот оно, да? Доска... Дюйм. Угу. А мне нужна доска. Это она подходит? Да. Давай сделаем. Раз. О. Все, хватит. Либо не хватит. Моста, чертеж, ряд перил. Настил для пола. Ага. И как мне... Тебя... И куда? Самое главное, и куда? Либо тебе нужно прям под палатку его сделать. Палатка, палатка, палатка. Ну, наш у меня есть, правильно я понимаю? Вот эти вот штуки. Либо что? Или... Давай сейчас посмотрим, как эта штука вообще работает. Может, вот так нужно сделать? Ну, то есть сначала собрать. Давай посмотрим в этой штуке, как это все делается.
Вращение, перемещение. А ты не хочешь показать, как ты строишься? И почему ты не хочешь строиться? Хорошо, давай заберем. Где-то, не туда. Вот сюда, да? Может, из-за того, что мне древесины мало, только 4 штучки? Как думаете? Может, нам больше нужно просто? Давай попробуем сделать побольше. Давай соточку. И вот сюда, вот так вот. А теперь давай смотреть. Да, из-за того, что у нас просто не было места. Ну, то есть не было материала. А я могу прям здесь где-то это сделать? Да, могу. Блин, и... Окей, давай попробуем. Есть. Так, хорошо. Строим. Давай вот сюда. Надеюсь, нам доски хватит. Либо не хватит. Так. Есть, отлично. Собрать. И что мне нужно сделать? Ага, 4 штуки таких нужно сделать. Хорошо, а у меня материала нету, к сожалению. Окей. Погоди. Может, мне... Ага, я спать хочу. Окей, давайте ложиться спать. Давайте ложиться спать. И давайте, наверное, на этом мы с вами эту серию закончим. А в следующую же продолжим. Сделаем этот настил и попробуем сделать мост, как вы думаете. Как вам идейка? Я думаю, неплохая, да? Кстати, как вам игрушка? Вроде с одной стороны прикольная. Так, ага, нужно полить, да? Но с другой иногда непонятно, что нужно делать. Так, что здесь настил я не могу из-за того, что у меня нету древесины, да? Сейчас мы посмотрим. 24. Так, какая нужна? Нужна вот такая вот, да? Нужно дерево и... Ну, насколько я понял. Так, давай сюда. Угу. Так, раз... Сейчас посмотрим, ребят, как раз это то, что нам нужно, либо не то, что нам не нужно. Да, есть, отлично. Создать, есть, да? Собрать. Да. Сколько мы с вами потратили этого? Бруска. Давай вот сюда. 2 штуки. Картоху покамесь уберем. Эту мы покамесь вот сюда. Готовую 75. Вот. Надеюсь, они будут есть эту еду, потому что по-другому. Я не знаю, есть ли у тебя еда в магазине обычная. Моего нету. У нас есть только чисто картоха. А что по поводу... Почему я не могу взаимодействовать? По поводу кухонного стола. Инженерный верстак. Станочек. Простой верстак. А где мне кухню с вами построить? Либо на костре я могу готовить. Не, на костре я готовить не могу. Так, тут еще есть. Здесь тоже вроде бы не могу, да? Пока месь. Сейчас, секунду. Да, здесь пока я тоже ничего изучить не могу.
Ну, наверное, нужно будет это вот все поизучать сразу же, да? Искусство Торога и все остальное. Но это уже в следующей серии. Так что все, еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, ребят, и да, потом...